Здравствуйте! Сегодня я хочу вам показать Samsung Galaxy S3 Duos. Начнем с дизайна. На передней стороне экрана большой дисплей 4,8 дюйма Full HD. Сверху фронтальная камера 1,9 мегапикселя, датчик освещенности, датчик приближения и светлодиодный индикатор. На нижней панели механическая клавиша, кнопка назад и кнопка сенсорное меню. Так, на задней грани основная 8-мегапиксельная камера, динамик, светодиодная вспышка и позначка Duos. Ячейки регулировки громкости на левой стороне и также кнопка включения и отключения смартфона. Блокировки. Сверху разъем под стереогарнитуру, микрофон. Снизу микро USB и также микрофон. Так, что у нас внутри аппарата? Сейчас установлен Android версии 4.3 Jelly Bean. Телефон очень быстрый. Телефон оснащен 1,5 гигабайт оперативной памяти, 16 гигабайт встроенной памяти, который можно расширить с помощью microSD. 4-ядерный процессор частотой 1,4 ГГц. Так, посмотрим на камеру. Камера снимает очень быстро. Очень качественно. Есть очень много режимов: авто, лучшее фото, фото со звуком, спорт, панорама, ночь, непрерывная съемка. Также можно снимать видео. Разрешение видео у нас Full HD съемки. Оставляйте комментарии под видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр.